Всем привет, дорогие друзья, с вами Строй 709, и мы продолжаем играть и выживать в мире Майнкрафта в сезоне весенние приключения на версии 1.9. Итак, друзья, как вы помните, во второй серии, в начале я немного зафейлился и зашел в этот мир с версии 1.8. И дело в том, что мне один парень написал в комментариях, что если я зайду с 1.8 и потом опять на 1.9, то пропадут все данжи с версии 1.9. А как вы знаете, их там не так уж и мало, этих данжи, например, в Эндермире или другие какие-то там новые данжи. В общем-то, я решил пересоздать мир и пересоздать все до той точки, как мы закончили. То есть я все вещи взял из креатива, то есть я пересобрал, ну, пересоздал мир и раскопал опять же шахту, которую мы в прошлой серии раскопали. То есть, но сделал это в креативе как бы. Все ресурсы, которые я взял, я стер, то есть там. И далее в сундуках я вроде бы даже что-то я не доположил, потому что это очень долго было все это брать из креатива по одной штучке, прям точку в точку. Да. Вот я, в общем-то, все взял. Кроватку я вот тут вот поставил. Ну и вроде бы больше ничего я не трогал. Да. Ну да, вроде бы все. Ну и сейчас мы можем с этой же точки продолжать. Также, ребята, вы можете написать мне в комментариях, что мне делать, то есть, ну, что это типа либо ачивки, либо чтобы я что-то не делал, чтобы я не ошибался как-то. Вы можете просто сказать, написать об этом в комментариях внизу. Также, друзья, ставьте лайки обязательно, ведь от того, как много лайков на этом ролике наберется, зависит судьба следующей серии. Так что, друзья, обязательно ставьте лайк и давайте уже наконец-то начинать. Кстати, друзья, мне в комментариях написал один чувак, что типа держи во второй руке то, что можно как бы съедать второй рукой. Ну, любой рукой, то, ну, не съедать, а использовать. И я решил положить сюда еду во вторую руку, чтобы могли одновременно и кушать, и как бы мечом бегать и бить. Да, надеюсь, вы меня поняли, а то я как-то странно это сказал. Кстати, блин, я забыл тростник переложить. Ладно. Так, в общем-то, друзья, чем мы сегодня займемся? Сейчас я хочу скрафтить тот щит, который обещал еще скрафтить вроде бы во второй серии, да? Берем железный слиток. О боже. О боже, я забыл взять дерево из креатива. Ладно, друзья, давайте не будем уже входить в креатив. Просто давайте пойдем нарубим дерево. Потому что, ну блин, зачем постоянно быть в креативе? Верно. Так, кстати, у меня все ачивки слетели. Тоже. Ладно. Ладно, думаю, хватит, как бы, 40 досок нам хватит, это будет несколько щитов даже, ну, хотя железа у меня не так уж и много. Кстати, да, щиты еще можно красить, то есть, да, но для этого нужны флаги, ну, флаги и флаги, но у меня их, к сожалению, нету. Да, так. Вот. Щит. И теперь давайте главный вопрос. Как им пользоваться? Потому что я хз, я не смотрел. Я смотрел просто крафт. Итак, им просто защищаться, что ли? И все? Просто защищаться? А ну-ка, мне кажется, это предназначено для второй руки. Вот прям, прям чувствую. Ой, что я делаю? Во. Так. Да, вот в чем прикол, друзья. Я просто какой-то воин, да. За это поставьте лайк. Да. Круто, теперь мы можем как бы вот так вот как-то делать и быть воином в Майнкрафте без модов. Да, кстати, можно вот так вот перемещаться и вот так вот брать меч. Круто, друзья, это очень даже круто. Майнкрафт просто вышел на новый уровень. Ну, это вообще благодаря Майнкрафту немного, да, потому что вроде бы сейчас Person не разрабатывает Майнкрафт. Вроде как бы по логике. Они же как бы продали, да, в 2014 еще году, в ноябре. Продали же Майнкрафт Майкрософту. Да. Ладно, в общем-то, сейчас не об этом. Давайте, наверное, пойдем прямо сейчас. Вот прям по фасту. Прямо сейчас так. Мобы включены. Прямо сейчас по фасту пойдем в ту шахту. Геймру. Просто. Просто, блин, я чуть не забыл о геймроле. Пока что я его вырубать не хочу, потому что, ну, блин, ну нафиг это надо. Геймру. Keep inventory. True. Все отлично. Теперь пошли. Ребят, пожалуйста, не ругайте меня. Кстати, я этот уголь не убрал. Не ругайте меня, потому что, ну, блин, ну,
пока что скип инвентарь поиграем, потому что, блин, не хочу сгореть в лаве и потерять все свои вещи. Это, конечно, я понимаю, это типа хардкор и все такое, но я не такой. Я как бы не такой человек, который будет, как бы, я не хочу умирать. Кстати, в эту шахту, которую мы раскопали, вот эту вот, я туда еще не залазил. Ну, я убрал вот тут вот редстоун, все такое, но туда я дальше не шел. И именно сегодня, друзья, мы пойдем туда. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, убираем один факел. И что ж мы видим? Уголь. Уже хорошо. Вау, там еще что-то есть. Там лава, походу, да? Потому что там свет. Ладно. Так, я не знаю, во сколько я начал эту серию, но... Я не хочу уже, ребят, делать серии длинные, потому что мало людей их смотрят, то есть длинные серии, а короткие серии будут смотреть побольше людей. О, железка. Поэтому, друзья, я, наверное, буду делать серии, ну, хотя бы по 15 минут, потому что серия по 20 минут, это... Ой, по 20... По-30, то есть, да, было... В прошлой серии была серия на 20 минут, то есть почти 30. Это, блин, это много. Ё-моё. Как ни крути, это... Пипец, как много. Так. Как мне выбраться? Вот это вот, мне, конечно, вопрос задается интересный. Но железка, кстати, у нас уже есть. Да. Поэтому у нас, нам хватит на еще одну кирочку железную. Щит нам в лаве, походу, не поможет, насколько я понимаю. Да, по логике. Он нам никак не поможет в лаве, поэтому... Поэтому лучше в лаву не прыгать. Да. Так. Подождите, что это? Вау, булыжник! Данж. Ой, твою дивизию. Ну нахер что-то. О, лазурит, редстоун. Вот это, конечно, мне везет, ладно. Надо его осветить, чтобы он не работал. Все отлично. Паучок. А ну-ка, давайте попробуем. Че, серьезно? Ты меня даже ударить не можешь? Что? Все? Он меня просто ударить не может, да? А нет, может ударить, но теперь, друзья, вот так вот круто. Можем, вау! Я хотел сказать, можем сделать эту ферму опыта, но подождите. Ледоход 2, порох, нить, хлеб. О, золото, алмазная конская броня. Золотое яблоко, это не зачарованное, к сожалению. Конская броня, она никак не крафтится, она редкая. Ледоход, ребят, ледоход 2, это, короче, смотрите. Ледоход, это когда мы можем зачаровать свои ботиночки, и мы будем ходить по льду, и... Ой, будем ходить по воде, и он будет превращаться в лед. Это очень круто. Так, давайте, наверное, уничтожим спавнер и возьмем себе немного опыта. Ой, блин, еще и уровень этот сорвался. Черт, блин, сколько всего сорвалось. Ладно. Так, может быть, посмотрим... Может быть. Кстати, я хочу выкопать вот это вот зеленого булыжника, прикольный. Как он там называется? Замшевый, да, замшевый булыжник. Прикольный, кстати, редкий булыжник, поэтому я его, пожалуй, выкопаю. Он мне нравится. Не знаю зачем, но он мне нравится. Пожалуй, хватит. Так, ладно, теперь мы нашли данж, и теперь, может быть, еще один данж найдем, а? О! Воу-воу-воу-воу-воу. Ладно, хорошо. Ну, по крайней мере, это не полная неудача. Алмазов я еще не вижу. То есть, пока что я алмазов еще не вижу. Так. Так. Друзья, блин, у меня нету такой хрени, как таймер. На телефоне и на компе я его не устанавливал. И я не знаю, когда заканчивать серию и сколько она, в принципе, сейчас идет на данный момент. Поэтому, друзья, если она будет длинной, то я, наверное, буду даже делить серии, потому что, блин, я иногда тупо забываю, что... Ого! Возле лавы частенько алмазы спавнятся. Алмазы? Ладно. Главное сейчас не сдох. Хотя да, блин, что такого? У меня же Game.ru Keep Inventory есть. Ну, хотя хер его знает, друзья, потому что, блин, я помню, как я сдох, он мне не работал, поэтому будет очень плачевно, если я сдохну с неработающим. Так.
Здесь вообще ни хрена нет, да? Ничего интересного. Уголь. Ну, зашибись. Уголь, если честно, мне уже не интересен, то есть... Уголь уже, как руда, для меня полная хрень. Так. Так. Ладно. Так, так, может быть, алмазики найдем? Давайте, алмазы. Лава? Нету. Лава? Нету. Лава? Нету. Лава? Нету. Отлично. Может, алмазы? Ну, давай алмазы, алмазики, алмазики, плиз. Плиз, 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 плиз. Нет алмазов. Окей. Уходим отсюда. Так. Железо. Обязательно забираем. Ничего больше нету. Так. Далее. Куда далее? Опять уголь. Ну, боже мой, я хочу быстро добывать. Поэтому будем железной киркой его добывать. Очень много угля. Просто дофига залежи углей. Вау. Подождите, что тут интересного? У меня факелы начинают кончаться, и почему-то мобов я вообще не вижу. Не знаю, с чем это вообще связано, но мобов что-то вообще нету. Как и брони на мне, блин. Надо броню скоро сделать. Броню. 14 этого железа у меня есть, да? 17 железа. И тут ничего. Ладно, давайте, наверное, собирать. Нет, не надо собирать, потому что... то, когда буду, наверное, сюда возвращаться... О, я железо не собрал. Так. Ну что ж, думаю, уже стоит возвращаться. Ой, зашибись. Так. Так. А где, собственно говоря... Блин. Где, собственно говоря, выход? Блин, полэкрана занимает щит, если честно. Неудобен он мне немного, так. Может, пока что поставим вот это во вторую руку. Потому что что-то мне этот щит неудобен. Хотя, если сзади нас будет крипер, то я не успею ничего сделать, кроме того, как достать щит. Поэтому пока что мы будем с щитом. Так. Здесь, как обычно, у нас уголь. А вот там у нас... Мы там уже были. Так, это, наверное, да-да-да-да-да-да-да-да. Всё. Вот выход. Это... Вообще, это железо незаконное, потому что оно у меня уже есть, то есть я его уже собрал. Давайте его как-нибудь закроем. Типа, чтобы я его не выкопал. О, боже, это моё, это моё железо. Это железо, которое я уже собирал в прошлой части. Но из-за того, что я мир пересоздал, я выкопал все заново. Золото я сломал, и редстоун тоже сломал в креативе. Это тоже сломал редстоун в креативе. И тут я уголь не трогал. Лазурит также сломал в креативе. И вроде бы все. Так, 18:59 у меня сейчас времени. И не знаю, уже заканчиваю серию или нет, потому что... О, боже. Потому что, как я уже сказал, друзья, я не знаю, сколько длятся данные серии. Надо уже что-то с этим решать, потому что что-то слишком как-то... Я напряженно делаю серию, как бы не знаю, поскольку они идут, и пытаюсь как бы максимально сделать их, ну, как бы, средневременно, как бы это странно не звучало, но вроде бы сейчас ночь, давайте сориентируемся по Майнкрафту, то есть сейчас у нас ночь, был день, получается уже где-то 10 минут я точно снимаю, поэтому, ладно. Так, ну чё, куда дальше? Чё будем дальше делать? Может быть, дальше пойдем в домик и попробуем что-то в домике понаделывать, что-то типа... Так, вот наш домик. Привет, житель первый. 37 гнилой плоти нам надо, кстати. Так, думаю, уже можно отложить этот тупой щит, он у меня уже задрал. И все, давайте прям вообще все отложим. Мышка у меня очень громко кликает. Пожалуйста, друзья, на это не обижайтесь. Так. Давайте, наверное, спалим наше железко. Ну, не спалим, а как сказать, приготовим. Приготовим, блин. Так.
Редолит. Тупое название, блин. Редолит. Кстати, золото. Нам нужно золото, ребята. Чтобы сделать изумруд. Но изумруд мне, ну... Чего строить стало? Я не химичу, ребят, никак тут не это. Я все нормально было вроде как. Ладно. Алмазная конская броня у нас есть. Нам нужен конь. Нам нужно найти коня. О, мы можем сделать кожаную броньку. Ну, кому она нужна? Хм. Ребят, что можно сделать нормального с кожи? Вот кроме бэкпака с модом, что можно сделать нормального с кожи? Хм. Давайте подумаем. Я даже сейчас серьезно подумаю. Вот модов у меня нету. О, сундучок, сундучок, сундучок. Обязательно надо поставить второй сундучок. Жители, отойдите. Боже мой, мешают. Надо, чтобы они все сдохли. Да. Блин. Харе мешать, уйди. О боже, его сейчас... Все, пошел вон. Задрал. Просто, блин, не дает места пройти. Не дает пройти. Так, у нас есть нитка. Блин. Вот я хочу еще... Нет, нельзя. Нельзя делать сейчас мне этот... Я бы сейчас сделал ботиночки. Можем, кстати, сейчас прям. Давайте, знаете что? О боже. Я идиот. Я забыл. Я забыл, друзья, что... Блин, чтобы нанести эффект... Что за хер... Фу. Чтобы нанести эффект книги, нужна наковальня. А чтобы наковальня, нужно 40 с чем-то железа. Грёбаных 40 кусков железа. Боже мой. Мне нужно 3 алмаза. Вот где взять 3 алмаза, я не... Вау, красиво. Мне вот этого нравится внизу, который... Ну нахер. Ладно. Так, у нас тут день уже. Отлично. Так, давайте заберем, наверное, железка. И давайте сделаем зажигалку. Я не знаю зачем. Теперь мы можем блеваться огнем. Уже круто. Давайте подпалим что-то. Давайте дерево подпалим. Нет, не хочу. Пропаганда. Можем травку подпалить. Ой-ой-ой, нет, я пошутил. Тихо. Все. Не знаю, зачем я сделал зажигалку, но ладно. Думаю, понадобится когда-нибудь. Может быть, динамит сделал или что-то такое. Ладно. Так, путаю немного. Сундучки. Так, у нас... Знаете что? Вот по фасту. Делаю 2 динамита и пошел их взрывать. Все. Ребята, я пошел. Я не знаю, зачем я это делал, просто уже... Все равно сейчас будем заканчивать серию. Давайте, наверное, взорвем 2 динамита. Не знаю, почему так мало, ну ладно. Взорвем 2 динамита, друзья, и будем заканчивать серию. Идем мы вниз. Блин, я не взял меч. Я дурак. Надо было взять меч хотя бы какой-то. Ну ладно. Возьмем. Нет, не так. Наоборот. Нет, не так. Наоборот. Так. Чё будем взрывать, друзья? Может тут? Давайте вот здесь вот взорвем первый динамит. Первый динамит, друзья, за вас. Обязательно поставьте лайк. Поехали. Взрываем первый динамит. Отходим. И он эпично взрывается. Ну, если честно, я ожидал большего эффекта, ну ладно. Так. Ладно, ставим динамит. Ладно, давайте даже. И он взрывается.
Да. Прям вообще экшен-экшен, ну ладно. Ну, в общем-то, как-то так. Ладно, давайте вернемся, наверное, в дом и будем уже заканчивать серию. Потому что, ну блин, а чё ее продолжать? Я. Тем более, не знаю даже, чем можно сейчас заняться. Таким вот интересненьким. Покидайте мне, друзья, идеи на новый летсплей в комментариях. То есть, чё там сделать в следующей серии, блин? Просто я не знаю, ну блин, по достижениям эти это вообще бред. Блин, ну что тут делать? Блин, ну, можно фермой заняться, конечно же. Ну, блин, это тупо для начала. Надо... Вообще, по логике, нам нужно найти алмазы, чтобы сделать портал в ад. Но слишком рано. Вот четвертая серия... Не, пятая даже. Ну ладно, четвертая. Четвертая серия, уже хочу портал в ад. Ну нафиг он мне нужен, друзья. Вот мне нужно сначала железо, алмазы и все. И все, все в шоколаде просто. Жизнь в шоколаде. Не знаю, зачем я только что взорвал эти два динамита. Может быть, могли бы их куда-нибудь на другое место оставить. Кстати, нам нужно в Эндермир. Просто ужасно нам нужно в Эндермир, потому что там есть особые данжи, которые просто охренены. Да. Ах, ну что ж, друзья. Думаю, на этом уже можно заканчивать данную серию. Давайте, наверное, эпично закончим со щитом в руках. Как бы, пацан, с тебя лайк, тот, который просил меня сделать щит. Я его наконец-то скрафтил. Четвертая серия. Я его наконец-то скрафтил. Ну что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на данный ролик и летсплей. Заходите в плейлист с сериями. Если вы впервые только на этой серии посмотрели мой летсплей, то обязательно заходите на плейлист, ссылка на который есть, конечно же, в описании. Ну и, друзья, на этом все. Как бы после, не знаю сколько, давайте 50 лайков, ребят, набираем, и моментально выходит следующая серия. Майнкрафт весеннее приключение номер 5. Ну что ж, друзья, на этом все. Опять же, повторяю. Надоело это повторять, но, друзья, повторю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи. Всем пока.